Всем добрый день, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Евгений. Сегодня я хочу коротенькое видео записать по поводу ряски, актуальности ряски, зачем она нужна, плохо это либо хорошо и много-много другое. Так, по сути, ряска — это растение. Соответственно, если оно растет, значит, оно выбирает из воды всю плохую часть, растет, ну, перерабатывает ее и растет. Соответственно, качество воды у нас улучшается. Это плюс. Раз. Второй плюс. Ряска, она застилает зеркало воды. Соответственно, меньше света поступает. Извините. Меньше света поступает в воду, меньше вода нагревается, соответственно, меньше образуется сине-зеленых водорослей и тому подобное, что ускоряет цветение воды. Это второй плюс. Третий плюс – это отличный корм для рыбы, если она у вас есть. То есть я очень часто наблюдал, как рыба, особенно днем, эту ряску обсасывает, заглатывает, то есть, видать, там на корнях есть микроорганизмы, которыми она питается. Ну, может, маленькой ряской рыба и так питается, да, ест как-никак, как если карп, какой-нибудь карась, да, он поедает ряску, хоть в небольших количествах, но все равно. А если это толстолобик или амур, так это вообще ему красота. Его запусти сюда, он здесь вырастет, как кит будет. Вот, минусы что? Это вид. Вид болота, да. Никуда от этого не деться. И с ряской справиться может только скиммер поверхностный, который будет ее засасывать, и ее у вас не будет ряски. Это раз. Два, это то, что слабее прогревается вода. Если вы хотите купаться, то у вас это будет получаться намного реже, потому что вода будет прохладнее. Ну, что еще? Да, вроде и все. У ряски достаточно... Вот корешки у нее. Есть ряска, которая взрослая, допустим, да? У нее чуть ли не 3-4 сантиметра корни, да? То есть вот так свисают. Эти покороче, здесь сантиметра полтора-два. Вот есть какая-то большая ряска, когда у нее так вообще это корни там большие-большие. И, соответственно, на этих корнях образуются микроорганизмы, осаждаются на них, рыба питается, ну и все довольны. Ну, вот и вроде и все. Ряска очень быстро... А, еще. Она очень быстро размножается, если растет, если есть необходимая, ну, питательная среда. У меня здесь рыбы. Вы можете посмотреть мои предыдущие видео, где я ловил на удочку здесь карася. Хороший карасик, красивый, большой. Вот, то есть пройдите, посмотрите. Также про... строительство пруда и